Анекдот. Ползет левак по пустыне. Ползет, ползет. Раз видит, что-то блестит в песке. Откапывает, там лампа волшебная. То он такой, блин, начинает ее тереть. Трет, 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 трет. Раз появляется джин. Такой, у тебя есть три желания, чего ты хочешь? И левак такой, воды, воды, пожалуйста, воды. Джин исполнил его желание и включил ему полуторачасовой ролик Рудова.